проектирования третьего этапа. Но в сотрудничестве с фондом президентских грантов мы пошли в новый проект. Мы сделали проект, который называется «Поднять перископы». Я как подчеркнул в прошлом военно-морской офицер, мы покопались в истории. Много связано и слышали, есть такое понятие «враг Гитлера номер один», герой Советского Союза Александр Ильич Маринеско, который утопил в годы Великой Отечественной войны на подводной лодке, да, громаднейшее судно немцев, на котором было 3000 немецких подводников, подготовленных экипажей для борьбы с Советским Союзом. Столкнулись с тем, что нет нормального музея. Где-то памятные доски, где-то памятники, где-то еще что-то. Но достаточно такого информативного музея нет. Решили в духе современности сделать такой большой цифровой музей. Благо, территория парка Патриот позволяет. Сделали проект, защитили этот проект в фонде президентских грантов, посоветовались с ветеранами-подводниками. Вот. Значит, воссоздаем боевую часть 2. На лодке есть такое понятие, да, это торпедный отсек, где находится торпедный аппарат с торпедами. Вот. И все это будет в цифровом порядке с большими экранами и натурализованная торпеда будет стоять, торпедный аппарат. Любой желающий заходит, ему рассказывается история. Воссоздаем второй командирский отсек, отсек командира подводной лодки Маринеско. Ему рассказывается история именно Александра Ивановича Маринеско.